это про женщину-домохозяйку. Такая незадачливая тетенька очень хорошо ведет свое хозяйство, радостно встречает мужа, который не очень-то балует ее своим вниманием. Ну и как бы в компенсацию всего события, она красиво фотографируется во всех ракурсах и размещает все это на порно-сайте. Ну такая, в общем, головная боль, нравы этого времени и т.д. и т.п. Очень песня, кстати, нашумевшая лет 8 назад, еще когда она была, когда ее пел ее автор Феликс Эммануилович Брингадж. По паспорту Сергей Бедрик. Нанеслась? Да. Ребятишки. Настя, скажи что-нибудь в микрофон. Что-нибудь. Ну все, прекрасно. She is a housewife. Hey!
четыре раза, а потом несколько раз паспорт поменять, и пять раз, и шесть раз. Граждане, уделяйте внимание своим женам, и все сложится!